Приветствую в пятом эпизоде Хайрула Фридена. Погнали. Так, что у нас? У нас ужасная скорость стрельбы. Не самые лучшие предметы. Более-менее приличный дамаг, но... Кошмар, это скорость стрельбы, это будет ужасно. Но мне зато бомбу подкинули и парочку сердец серых, что уже неплохо. Пожалуйста, Tinted Rock. Ну да, конечно. Так я и получил то, что хотел. Ну ничего, мы с этим справимся, я уверен. По крайней мере, моя муха может урон наносить тем, кто рядом находится, так что это не так уж плохо, как могло бы быть. Разберемся. Главное, нормальный дроп с боссов получить. Или, возможно, в сделках что-нибудь подходящее для того, чтобы скорость стрельбы увеличить. И тогда все придет в норму. Давайте сперва найдем сокровищницу, прежде чем скрываться с боссом. Чтобы иметь больше шансов на благоприятный исход боя. Ух, чуть урон не получил, так мне делать не следовало. По-моему, меня только что орбиталка спасла от получения урона, но толком не заметил. Так, ребята, вы подвлекаете меня от важного дела. К сожалению, использовать муху в качестве орбиталки стабильно я не могу, поэтому я лучше так не буду делать. Да, давайте полностью исследуем. Я даже не знаю, что бэкстеббер делает. Этот предмет, по-моему, никогда особо ничего мне полезного не создавал. По-моему, дот наносит какой-то. Я не знаю даже, в какой ситуации он это делает. Что для этого требуется. Так что да, вы понимаете, насколько плохими предметами у меня опыта работы. Вдруг что-то более... стабильное использовать. Секретные комнаты сложно будет определить, поэтому просто пойдем сражаться с... Я это сделаю, я проще так, чем мучиться через усиленного Рагмена сражаться. Уж лучше картой откупиться, скажем так. К тому же с такой скоростью стрельбы, не-не-не-не-не. Лучше поскорее закончить это. Конечно, я бы был счастлив в каком-то смысле, если бы меня случайно убили. Но это было бы немножко не случайно, я думаю. А не случайно, это уже фейк и все в таком духе. И зашквар. Непочетно. Ой, совсем не то, что мне хотелось бы. Я не знаю, умудрились ли вы услышать этот грохот. Но чего-то вдруг сегодня вертолет решил пролететь у меня над головой. Я хотел было попытаться орбиталкой урон нанести. Но, похоже, это была глупая идея. Мне орбиталка это тут же показала. Бэкстеббер. Я не знаю, наносит ли это урон какой-то. Сложно сказать очень. Потому что не то, чтобы на них отображалось получение урона через какую-то трансляцию, вроде мигания или еще чего-то. Может быть, и отображалось, но я не заметил. Но не похоже на то. Может, этой трансляции нету вовсе, поэтому... У меня и вопрос, собственно, возникает соответствующий. Не забываем использовать орбиталку. Я не думаю, что это будет секретная комната. Предмет используемый я вообще не намерен
применять, потому что я знаю, что это вроде как откатить ситуацию на одну комнату назад. Я не вижу особо в этом необходимости. Хей-хей, полегче. Конечно, возможно, я и придумаю способ, как этот предмет использовать. Учитывая, что у него при этом ограниченное количество юзаний, это еще меньше меня интересует в использовании его. Stars. Да, это туда, куда мне. Забудьте. Мне это не надо. Вампиризм ничего полезного не делает. Как правило, здоровье красного всегда в достатке. И порой он просто ломает полароид и другие предметы, которые зависят от количества здоровья, вроде блудницы. Так что нет, я, пожалуй, пропущу ваше предложение. Отправлюсь дальше. Пока забег очень и очень невдохновляюще выглядит. Не знаю, насколько далеко мы сможем добраться с такими темпами. И смогу ли я сбежать? Я смог сбежать, но по своей же глупости не смог. Поэтому мы в кои-то веки используем этот предмет по назначению. Постараемся не получить лишний урон. Серое сердце мне следует оставить. Сохранить, поэтому... Поэтому я предпочту немножко больше времени потратить, но зато получить шанс с серым сердцем уйти отсюда. Да, теперь проблема возникнуть не должно. Не знаю, очень плохо пока все выглядит. Надеемся на сделку. Так, я там что, бомбу забыл? Да. Возвращаться ради той комнаты я не буду, которая внизу. Мне просто лень. Я знаю, что мой забег требует больше какой-то поддержки. Но вряд ли я его получу, просто исследуя комнаты. Мне нужно что-то большее. Вроде магазина. Хотя в этом магазине вряд ли найдется прям что-то особенно сильное для этих целей. Так, здесь всего лишь аккуратность нужна. Мне хочется поскорее просто сундук открыть. Как обычно с сундуками бывает. Ты видишь сундук, ты не можешь удержаться. Я все еще не намерен идти в магазин. Пин проблем не доставит. Сказал он, и сразу же получил урон. Орбиталка делает всю нужную работу. Хоть чем-то эта муха полезна. Но полезна после того, как ты получаешь урон. Я потерплю с взятием этого хеллсапа. Да, как раз в такой ситуации... Ах, нет, в такой ситуации особо разницы бы не было. Если бы мне предложили взять предмет стоимостью в 2 сердца, то лучше бы я потратил 1 сердце на него, чем 2. Таким образом, теперь у меня на каждом этаже будет гарантированная сделка. Теперь мне есть повод сходить в магазин, поискать там серое сердце или что-нибудь в этом роде. Да, вот оно. И... Будем надеяться, что гарантированных сделок на каждом этаже будет достаточно для того, чтобы меня протащить в этом забеге. Ой-ой-ой-ой-ой, какая комната плохая. Как бы так? Хорошенько. Ты оттолкнул мою бомбу. Это было возмутительно. Это было очень возмутительно. Но ничего не поделать уже. Хотя нет, поделать можно было бы. Если бы я...
теми же часами воспользовался. Очень неприятно с такой скоростью стрельбы пытаться что-то сделать. Просто не хватает ДПС. Так, давайте подорвем это все. Хорошенько. По-моему, я немного криво подрываю и мог бы, возможно, оба камня как-то подвинуть. Но я не уверен. А, очередные телепилс. Ну, давайте похитрим немножко. Откроем сундук и телепортируемся. О, вот это я точно брать не собираюсь. Ни за что. Меня телепортировало в нужное место. Очень приятно. Давайте заглянем в магазин тогда уж. Часы. Часы. Да, давайте приобретем часы. Не бомбу. Часы. Не бомбу. Я еще вернусь. Треклятые монетки, а? Как они так рассыпаются неудобно. Хотя я наверняка мог ее подобрать, не покупая бомбу, но просто немножко переборщил с передвижением. Ничего, я уверен, что на этом этаже будет еще достаточно денег. В крайнем случае я подорву копилку, выбью еще побольше копеек. Тогда уж точно хватит. О, это болезненно с такой скоростью стрельбы что-то делать. Давайте поищем сокровищницу сперва, опять же. Я не знаю, кстати, использование часов помогло бы мне покупку этой бомбы откатить. Я думаю, что нет. Но было бы забавно. Я очень старательно пытаюсь уворачиваться от этих противников, потому что у меня и так здоровье не в самом лучшем состоянии. Плюс я не особо уверен в своих атаках, просто потому что они слишком медленные. Поэтому стараюсь быть особенно аккуратным в тех местах, в которых обычно с большей скоростью стрельбы не было бы особых волнений по этому поводу. Фух, вот это было немножко непросто маневрировать. Давай, скоро же кто-то из вас должен погибнуть. Я могу просто уйти, но мне нужны монетки, мне нужны какие-то дропы другие. Поэтому я останусь до конца. Я вас не брошу. Интересно, этот мелкий пацан... Нет, он мне не уронил таблетку. Если бы это была таблетка, она была гарантирована уменьшение размера. One makes you smaller. Не, one makes you small. Не smaller. Или smaller. Я уже не помню, это не важно, в общем-то. Отлично. Главное не получить нелепого урона. Еще один телепилс. Пригодится в каком-то смысле. О, вы издеваетесь, наверное. Canes of the Eye. Предмет, который по сути ничего не делает. Он, если попадет когда-либо в кого-то, то это праздника будет стоить. Такое событие. Давайте часы возьмем. Все же. Наконец-то. Да, теперь нужное. Я думаю, что мне хватит моего объема здоровья, чтобы не погибнуть на этом боссе. Давайте проверим. Да, так я и думал. А, бесполезно. Не думаю, что прям столько много урона он мне сможет нанести.
плюс с часами у меня дополнительные шансы на то, что я урона не получу. А вот это вот обидно было. Вот это обидно. Я думал, мы договорились с тобой, что я не получу много урона. Хотя пока что не получил еще. Но тем не менее. Это уже немножко чересчур. Вот кто так делает? Если я вдруг умру ваншотом от бомбы, если вдруг она наносит единицу урона, то это будет очень печально. Но благо теперь комната замедлена после активации часов, так что должно быть не так сложно до конца дожить. Вот такие броски уже немножко невежливые. Ой, блин, что я творю. Так, я надеюсь, что я не умру сейчас. По своей глупости. Отлично. Я сперва зайду сюда. Я ж подумал было, что сейчас Крампуса встречу. И Крампус мне расскажет, что на самом деле происходит. С глупыми игроками, недооценивающими опасность сделок. И братишка Бобби, это не то, что я бы хотел брать. На самом деле я сделал ошибку большую. Мне нужно было сперва все-таки взять апгрейд на здоровье, потом уже идти, потому что я бы не смог взять сделку и выжить при этом. Ошибку большую сделал, но она, как вы заметили, особо мне не наказалась. Пока что все еще очень ужасно. У меня базовые статы до сих пор, с которыми я начал. За исключением разве что скорости передвижения, но это совсем не то, что меня волнует. Очень огромное желание просто телепортироваться отсюда. С часами. Или телепилс, используя. Но я потерплю немножко. Хоть это и болезненно. Я надеюсь, это смотреть тоже вам. Точнее, надеюсь, что вам не столь же болезненно смотреть с этим, как мне играть. Ну, все может быть. Благо, комнаты пока меня не особо мучают своей сложностью. По крайней мере, не настолько, как могли бы. Продолжаем идти наверх. О, черная руна, это очень хорошо. Мне бы ее еще как-нибудь аккуратно достать. Но у меня нету ни бомбы, ни лишнего здоровья пока для этого. Есть, конечно, идея намеренно получить урон. Так как сделку я все равно не потеряю. Не забывайте про голову. И получив этот самый урон, затем я смогу попасть. Эпифория. Я не думаю, что этого будет достаточно, но у меня опять же бомб нету пока, чтобы реролить. Я потерплю. У меня будет достаточно здоровья после получения урона, чтобы пойти в комнату состязаний. Оттуда телепортироваться телепилс, используя. И тем самым обмануть систему, в кавычках, конечно. Поглядим. Я не хочу бесславно погибнуть. Где-нибудь, не знаю, на Depths 2, из-за того, что у меня мало здоровья будет и не будет возможности восполнить этот недостаток своим дамагом, потому что и дамага не будет. Так, сценарий наш. Идем сюда,
подрываем сокровищницу, получаем Godhead. Я не помню, какой из них что делает, но, по-моему, это не то, что хорошее, это которое дот оставляет. Мне нужен обратный эффект. Точнее, обратный арт, который Ласти Блад, если я правильно помню, увеличивает урон за каждое получение дамага в пределах комнаты, если я правильно помню. Или Bloody Last. Что-то из них, короче, работает очень хорошо. Я почти не мог избежать этого урона. Мне просто не хватало скорости стрельбы. Очень обидная ситуация была. О, это будет мучительно. Благо я его убил. Так, давайте будем разумными. Сперва возьмем вот это здоровье. Направимся убивать Стейна. Стейн, по крайней мере, он не такой танковый, как могло бы быть. И я получил нелепый урон. Конечно же. Зато теперь его будет намного легче убить. Особенно учитывая, что муха активировалась. Видимо, такова и будет моя стратегия с большинством боссов. Получить урон. Отдать всю работу мухе. Давайте возьмем пентаграмму. Damage up. Да, как раз вот на такой случай я хотел заранее взять damage up, чтобы быстрее расправиться с Крампусом. Поаккуратнее, Крампус. Ой-ой-ой. Я хотел бы уже телепортироваться отсюда. Да, давайте возьмем Head of Krampus. И Quality ему грозу взять, конечно. Вряд ли она когда-нибудь что-либо сделает. Так как у нее очень нелепые условия для срабатывания. Ох, все очень нехорошо. До сих пор минус 18 скорости стрельбы. Так, я только один раз использовал. Бесполезно. Я хочу взять эту руну. А, я совсем забыл про то, что мы это съедим. Мы ничего особенного не получили в итоге. Теперь мне нужна снова эта таблетка. Или же я просто проверю содержимое комнаты состязаний, разочаруюсь и уйду. Да, так лучше сделать, потому что мало ли какие боссы зафавнятся. Я точно не могу помнить, какие будут. Проверять мне неохота. Я бы мог попробовать поискать на карте какие-либо еще предметы, чтобы заролить пьедестал, найти что-нибудь полезное, но у меня уже особо веры нету в этот забег, поэтому буду продолжать в таком духе следовать. Черное руно, я надеялся, что хотя бы она мне поможет со статами разобраться. Но, как вы видели, игра была другого мнения о моей ситуации. С другой стороны, скорость полета снарядов не такая уж плохая вещь, если подумать. Хотя бы они долетают быстрее, значит, нужно меньше целиться. Вроде как. Так, прошу прощения за то, что замолчал. Нужно было сконцентрироваться. О, как я вас ненавижу. Ой-ой-ой-ой. Неужели я погибну?
Даже пришлось голову использовать. Аккуратней. Я хочу забайтить их на взрыв черепов. Понадеяться, что оттуда выпадет что-нибудь. Но нет, не такое. Я сейчас мог погибнуть просто из-за того, что иногда при спавне этого автомата наносится игроку сразу же урон иногда. Это связано скорее с тем, что тайл спавнится иногда на том же месте, на котором находится игрок. Иногда нет. Зависит от положения игрока в момент спавна. Момент использования карты. Каким-то чудом мне удалось из всего этого выбраться пока что. Не знаю, надолго ли. Будем надеяться, что да. А сейчас бы мне не помешала бомба, чтобы взорвать два костра справа. В надежде с большим шансом получить серое сердце. И заодно проверить, есть ли там секретная комната, потому что выглядит это очень похоже на то. Костры помогают мне поскорее избавиться от этих противников. За что я им благодарен должен быть. Хоть я их и взорву бессердечно в следующий же раз, когда смогу. Ой, нет, это я использовать никак не могу пока. Я размышляю о том, есть ли какой-то хитрый способ. Как бы мне умереть с ваншота Глобина? И такое случается. Я почему-то подумал, что мне будет достаточно пространства, чтобы пройти мимо него и при этом нанести ему урон орбиталкой. Но, видимо, игра посчитала иначе. И нанесла полагающийся мне полный контейнер здоровья урона. Бывает, бывает. Как бы там ни было, благодарю всех за просмотр. Надеюсь, в следующий раз нам захайролит что-нибудь более удачное. Как и полагается, призываю вас ставить лайки, подписываться, если вдруг еще не сделали, делиться видео, комментировать. И увидимся в следующий раз. До встречи!